вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Итак, состав Тоттенхэма. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. На экране стартовый состав гостей. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Итак, состав Тоттенхэма. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. На экране стартовый состав гостей. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Итак, состав Тоттенхэма. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. На экране стартовый состав гостей. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Тоттенхэм разыграл мяч в центре поля. Игра началась. Сон Хын Мин. Харри Кейн. Да, это совсем не точно. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Неаккуратная игра на своей половине поля. Ну как же так можно? Теперь надо снова отбирать мяч. И у соперника теперь мяч. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно.